Февраль, последний зимний месяц, насыщен праздничными датами. День влюбленных, день вывода советских войск из Афганистана, Масленица и 23 февраля – День защитников Отечества. К этому событию готовятся заранее, разучивают стихи, песни и делают подарки своими руками детки в дошкольных образовательных учреждениях. Именно на такое мероприятие пригласили нашу съемочную группу в детский сад номер 31 в городе Артемовский. В преддверии праздника Дня защиты Отечества я, как инструктор по физической культуре, решила организовать и провести праздник для мальчиков, пап и дедушек нашего детского сада. Совместно с воспитателями подготовила детей к празднику, где использовались разные техники подачи номеров детьми. Также по моей инициативе были приглашены артисты из музыкальной школы искусств города Артемовского. По окончанию праздничного концерта дети были награждены сладкими презентами и огромными овациями гостей. Но обо всем по порядку. Отметим, что также была организована небольшая выставка фотографий и рисунков, где дети поздравили своих отцов и дедов с мужским праздником, а также подготовили концертную программу под руководством воспитателей и родителей. «23 февраля – это праздник всех военных. Кто отдал долг родине, отслужив в армии, кто работает в военных ведомствах, кто несет свою вахту, оберегая наши границы. Мальчишки – будущие защитники нашей отчизны и уже с малых лет готовятся к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. И в этот праздник также принимают поздравления от мам, бабушек и подруг по детскому саду, не забывая показывать свои умения и навыки». Присоединились к поздравлениям и гости – музыкальный коллектив из Артемовской школы искусств номер 1. Телерадиокомпания «Альтекс Медиа» присоединяется ко всем поздравлениям. Поздравить всех мужчин хотим и мира в жизни пожелать. Всегда хватало, чтобы сил во всех делах преуспевать. Желаем в этот день зимы на 23 февраля Отечество вам защитить, но никогда не воевать.